Аунт Табби, клаустрофобия, сингл вершин 2017. Это важно. Важно, что это сингл вершин и что это 2017 год. Как мы бы слушали без этого музыку? Вот ссылка на SoundCloud, почему-то на мобильную версию. Ну да ладно. Такую дали, такую скинули. Нормал, пока что мне нравится. А сколько стоит трансляция, я не знаю, по-разному. С вокалом нормально все. Такая стилизация. Чувак, который следующий скинул донат, скинул 5 ссылок и ни одной аудиозаписи. Что мне включать, по-твоему? Я не понял ни хера. Сингл-версия, потому что без рэмпинга EP будет в ноябре. Ну, это классная инфа, но она как бы бесполезна для тех, кто это слушает. Если вы хотите, чтобы вашими слушателями были люди, которые знают слова рэмпинг, то это как бы гиблый путь. Стиль вокала будет напоминать бородатых рокеров Америки, но вообще напоминает немного. Давай мою включу за его донат. Нет, так не работает. Ну, зайдем в паблик и включим какой-нибудь случайный. Не знаю. Так. Случайно отключил. Ну, давайте дослушаем. Как там закончится все? Ну, в общем, нормальная тема, мне кажется.